Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео мы посмотрим новых поняшек в игре My Little Pony от компании GameLoft. Встречает меня очень радостный баннер с пони-блестяшкой, которая у нас была на хэллоуинском ивенте за акцией с костюмами. Да, очень красивая поняшка, и сейчас вот ее можно приобрести за реальные деньги. И, насколько знаю, в отель должен был прилететь новый пони. Записываю я в субботу утром. Да, вот он наш мистер Шай, папа Флаттершай. Но перед этим я хочу встретить другого пони, который у меня уже просто неделю висит в инвентаре. На прошлых выходных был там вот тоже в отеле у нас Зефир Бриз, и я его получила тогда же на выходных, но пока не высаживала специально, чтобы записать это на видео. Вот он наш Зефирчик. Все, вылазь Зефирчик. Ой, мама встречает Зефирчика, какая милота. Смотрите, она за ним бежит. Очень миленько. Да, и что-то опять в этих новых пони какие-то немножко глючные текстурки. Слазь. Они в дерево влетают у меня. Ей, вы видели, как мама Зефира встретила. Ой, у него тоже поведение Флаттершай, что ли? Забава, забава. Так, что ты нам расскажешь? Зефир Бриз. Это у нас, несмотря на то, что раньше этот пони был ленивым, его нельзя назвать плохим работником. Хотя, кто знает, может, он забудет обо всем и рухнет отдыхать на диване. Это братик Флаттершай. Окей, он тоже у нас живет в этом домике, но пока он еще не записался. Немножко время пройдет, чтобы обновился. Он был у нас на прошлой неделе. Я на всякий случай ставлю скриншот, мало ли кто забыл, не видел, не смотрел. Он у нас был тоже доступен целую неделю, с прошлой субботы до вчера, пятница была до вечера, соответственно. На него требования были, значит, знамя волшебника за 30 тысяч очков, 125 кристаллов смеха, 75 кристаллов чести, и заработать 100 тысяч очков в шахте. Вот с шахтой возникли в основном у всех, может быть, проблемы, потому что на андроидах оно немножко тормозило, пока им заплатку не выпустили где-то в середине недели, ближе к концу. Вот, сложно было летать, как я поняла. Но я его, в принципе, накатала за выходные, уже в воскресенье утром, по-моему, я его получила. Забавный. Вот, и он у нас был по таймеру, он был ровно неделю доступен в отеле. И сейчас вместо него прилетел папа, последний из семейства Шай, кстати, и да, он в коллекцию у нас здесь должен был записаться. У нас, кстати, текущая актуальная, мне не хватает Мундэнсер. О, она доступна в шариках. Может быть, разок попробовать, хотя я вряд ли ее в шариках, в принципе, могу выиграть. Так, сейчас посмотрим коллекцию, ну, может быть, один разок сыграю. Ой, сколько у меня еще не собранных пони, кошмар какой. Так, вот он наш Зефир Бриз. Ей, остался только папаня. Давайте посмотрим папаню сначала, что он нам скажет. Соберите актуальный, выиграйте шерифа. Да, у меня не шериф, а не мундансер. Печаль. Так, давайте посмотрим нашего папу. Какие у него требования? Вот у нас... Да, кстати, ну вы уже все сами заметили, когда у нас несколько пони в отеле, у нас они сажаются просто за соседние столики, да, и в... интерфейсе, они рядом в табличках стоят, и, как я понимаю, остальные пони, наверное, у нас все будут по таймеру, потому что вот эти все требования и у Зефира, и у папы явно чуть-чуть походу поменьше, чем были у мамы, да, с этим, с магазином клубники, хотя 150 очков в шахте, конечно, тоже. Вот, и... В общем, наверное, вот эти три пони, включая маму Шай, они были без таймера, да, и у вас мама Шай может долго сидеть, пока вы накопите на магазин клубники, вот. А вот эти остальные, наверное, пони, еще сколько там, три штуки осталось, они будут, наверное, вот каждую неделю добавляться до следующего обновления, соответственно. Ну, я так думаю, то есть, скорее всего, будет по пони в неделю у нас, вот, начиная с субботы. Значит, мистер Шай у нас хочет получить весенние часы, заработать 150 тысяч очков в игре «Алмазная шахта». Ей, опять кататься, больше кататься. 13 керосиновых ламп и 20 календарей. Отлично. Кто у нас может делать керосиновые лампы? Свен Сонг. Как тебя забыла. И тоже как тебя забыла. Кстати, вот на вот этих пони, я так понимаю, сейчас есть скидка. Насколько я посмотрела скриншоты других людей, у меня они есть, соответственно, у меня скидки на них не будет. Вот, но... Да, Sunset Shimmer тоже вроде видела скидка. Neon Lights и красавчик Fancy Pants. Значит, провести время в кафе, поправить свой ирокез дом. Забавно, обсудить необходимость наличия бабочек с фламом. Отлично. Давайте тогда, наверное, сейчас еще гляну в магазине. Что у нас в магазине здесь? Фотографы,
Ферма, Контерлот, так, Апони. Ну, да, я не вижу никаких скидок. Вот, кстати, да, когда у нас в наборе поняшка и travel pony так отображается. Я не вижу никаких скидок, потому что эти пони у меня есть. Вот, у меня только вот Мундэнсер в шариках. Вот, вот так вот. Ладно, давайте его, значит, отправим всех, посмотрим, сколько у нас по таймерам. Керосиновая лампа. Так, это все на эфирме. Здесь у нас красавчик. Да? Здесь у нас будет обсуждать с Фуримом, да? 1 час. Шанс зеленый. Неплохо. Да. Отлично. Так, этих заняли, товарищи. Дальше. Посмотрим. Дальше у нас все там в контрлотах и на ферме. Календарь. Провести время в кафе. Сансет Шиммер у нас побежала это самое, проводить время в кафе. Сколько это у нее займет? Это у нее займет 3 часа. Шанс тоже зеленый. Вперед. Проводить время в кафе. Дальше. И последний у нас Neon Lights, которому надо поправить свой ирокез дома. 12 минут. О, всего-навсего. Прикольно. Его, может быть, мы еще успеем забрать. Он работает у нас. Окей. Что у нас там с магазином музыки при этом стало? Он еще функционирует. Так, магазин. В этом он работал. Вроде в этом. Ну, тыкайся, тыкайся. Да, он передвинулся на его место, короче. Ну ладно, окей, магазин работает и хорошо. Так, давайте займем тогда по поводу керосиновых ламп у нас. А, вот еще Свенсонг здесь. Обсудить, подходит ли флеш-центр для высшего общества. 3 часа. Вперед. Что, обсуждает? С кем? С другими пони? А, не, вот флеш вышел. Боже, что, чего вы так растягиваетесь? Нет, ты не подходишь для высшего общества. Слышь, такое, я чё? Я вообще не тут должен жить в Кристальной Империи. Так, и 2 задания у нас на ферме. Apple Flitter. Как тебя звали? Я все время забываю имена этих пони, которых уже очень много. А, это Peach Sweet. Apple Flitter. А, это другая, это которая такая желтенькая. Все, отлично. Peach Sweet. 2 часа. Шанс тоже зеленый. Убедиться, что выросли продажи в ларьке за яблоками. Соответственно, еще ларек нужен. И последний у нас. Вот тебя вообще не помню, как зовут. Вообще не помню, как зовут этого пони. Уэнсли, а, точно. 1 час собрать тарелку овощей на морковной ферме. Тоже зеленый шанс. Отлично, здесь у нас все зеленые шансы. Что еще раз говорю, получается, что у мамы Шай с ее желтыми шансами были походу самые такие сложные требования, и она явно, наверное, рассчитана на то, что игрок будет долго ее собирать, копить на нее, не торопясь, да, пока у нас будут временные пони, да, то есть, скорее всего, она рассчитана реально до конца акции, поэтому, если вы вдруг на нее еще не накопили, да, на магазин клубники, кстати, на прошлой неделе была скидка до 100 камней, да, то есть можно было за 100 камней либо пропустить и купить миссис Шай, либо купить магазин, ну, проще, конечно, магазин было купить. Так, отлично. Так, и я хотела показать вам еще в Кристальной Империи один магазин. Тоже было на прошлых выходных как-то скидки на магазины Кристальной Империи. Там были все-все магазины, которые у нас обычно недоступны, которые обычно доступны в шариках. И за коллекции я один из них себе взяла. Играйте в королевские шарики, в 10 раз больше шансов. Ну да, сыграем разок, посмотрим. Вряд ли мне в моем случае повезет, но тем не менее. Вот, и купила я себе вот этот магазин. Как ты называешься, я уже тебя забыла. Кристальный салон. Он вообще идет в коллекции с Шайнингом, Кейденс и Флори. Вот, но поскольку Флори я вряд ли себе куплю когда-либо, вот, поэтому, ну, в смысле, она, скорее всего, будет только за реальные деньги, либо достаточно дорого стоит, поэтому я не рассчитываю ее покупать. Вот, поэтому я взяла себе этот магазин, он стоил по скидке всего 90 камней. Вот, там были и другие классные магазины, но я решила не брать себе больше одного, потому что как бы пони в Кристальной Империи у меня достаточно немного, и у меня почти во всех магазинах работают буквально там 1-2 пони, да, то есть я не вижу смысла покупать много магазинов, тем более они в основном были на 5 пони, когда я не смогу просто загрузить эти магазины, да, то есть чисто, так сказать, с визуальной точки зрения они, конечно, красивые, вот, но как бы просто у меня не так много поней, чтобы их в эти все магазины
цены поназначать. Вот поэтому я не стала всем брать что-то еще. Вот, хотя скидки были хорошие, 50% в основном, и как бы я думаю, был неплохой шанс, особенно учитывая, что там были магазины, которые до этого были доступны только в шариках за 50 камней, которые, да, то есть, сами понимаете, проще один раз купить магазин за 250 камней, чем пытаться выиграть его в этих дорогущих шариках. Вот, так, все, доход мы здесь собрали, такой вот магазинчик, и давайте съедем в контролот и разок сыграю в шарики. Ну, вряд ли не с моей удачей. Кто смотрел видео на этой неделе, были сюрпризы со смешариками. Ну, в общем, вы видели, как вообще мне все классно, как я могу, умею, практикую. Так, ну давайте один раз я сыграю драгоценные шарики за 20 там плюс копейки камней. Вот, посмотрим. Так, отлично, забрать. Так, потом за 30, да, по нарастающей. Дынь-дынь-дынь. У меня этих законов для Родео уже. Действительно, можно было бы этот декор весь продавать? Было бы вообще классно, но нет, они копятся. Итак, у нас в королевских шариках Moon Dancer, Magnum Daring Do. Вот ведь у меня фактически только три пони осталось. И магазин свитков. Также все, да? Потому что я еще... А, вот, нет, все-таки есть. Видела, да, скриншоты тоже. Можно выиграть сейчас керосиновые лампы и календарь тоже в королевских шариках. Для мистера Шая, соответственно. Тоже редкие по ленточке, видите. Так что, ну, не знаю. Мне кажется, можно, в принципе, за неделю-то и по таймеру все это собрать. Там хотя даже по часу, но там вроде не такое большое число этих... штук. Фотоаппараты тоже можно выиграть. А было можно выиграть, вроде же нельзя. Ладно, давайте, поехали. Тратим 20 камней просто так. Ну, я буду все 5 шариков лопать, поэтому здесь не имеет значения. Ух ты, фонарик! 3. Деньги, 3. Кристалл. Отлично, я выиграла фонарик редкий, статую единорога. У меня этих статуй тоже более чем достаточно. Ну, вот, вы сами видели, ну, фонарик тоже прикольно, почему нет? Ну, да, никакой мундэнсер, как и ожидалось. Я не буду тратить кристаллы, пытаться ее выбить, потому что это не мое, вы знаете, вот. И, во-вторых, скорее всего, она будет потом чуть попозже в магазине. Вот один фонарик мне засчитался. Скорее всего, она будет чуть попозже в магазине, потому что если началась вот актуальная коллекция на, соответственно, шерифа, да, то какое-то время пони у нас обычно бывают в шариках, а потом их добавляют в магазин по обычно неплохой скидке, ну, там, в районе 40%, да, поэтому... Может быть, я смогу ее потом купить. Посмотрим. Потому что, как видите, у меня сумма камней еще хватает. Вот, а в обновлении, судя по всему, у нас не особо камни затратные в плане, если у вас уже много всего есть. Вот, поэтому возможно, что я решу все-таки купить себе Муню, потому что я ее очень давно хочу. Вот, так что, ну, на нее мы, может быть, посмотрим в следующем видео. Если она будет в магазине, если я ее все-таки куплю. Здесь у нас Neon Lights прихорашивается. Сколько тебе еще времени осталось? 5 минут. Ну, 5 минут я, наверное, тянуть больше видео не буду. В общем, да, я думаю, что за неделю вполне реально на папу Шая накопить. Единственное, что, может быть, опять у вас... проблема — это шахта, но опять-таки в шахте, во-первых, я советую все-таки, ну, я понимаю, что для начальных уровней это дорого, но все-таки если играть в вагонетку за, соответственно, как это называется, за 1000 камней, да, то у вас за один проезд может быть там от 2 до 4-5 тысяч. Если играть вот в этом костюме, допустим, как у меня вот Wild плюс 35% в шахте, да, то там может быть и до 5-6, то есть как бы вперед катаетесь. Вот, ну а на 100 монетной вагонетке, конечно, это можно очень долго ездить, и это, наверное, вариант только если для новичков совсем. Так-то, конечно, лучше за... 1000 монет вперед, раз, не знаю, 340 прокатился, и пони у тебя. Так, ты настоящий фотошоп. Ей. Где-то еще перевертыш есть. В общем, такие дела. Наверное, тогда в следующее видео я тоже, наверное,
Дети все общаются. Следующее видео я, наверное, тоже запишу, получается, следующую, наверное, субботу. Посмотрим, как там будут дела. Может быть, раньше, может быть, позже. И тогда к нему, я надеюсь, я накоплю на мистера Шай. И наверняка у нас следующий пони тоже через неделю приедет. А это видео, я надеюсь, было вам интересно и полезно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома. Пока!